перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Неплохое начало. Доброе утро, мои дорогие. Да вон там никто ничего не видит, ничего, никто ничего не слышит. Ну как раз там с этого начнется, и все охуеют потом. На YouTube уже новость, молния. Вспышка. Молния кого-то. Кого-то. Че? Я говорю, мало ли о ком мы разговариваем, да? Вот, а вообще вот, аэропорту непонятно. Знюхай, Леха мне пишет. Ну да, кстати, это... Да, кстати. Бля, спасибо, спасибо. Новый трек вот-вот прям. На днях. И вот что, теперь не пить пиво? А, кстати. Надо сказать, что ты не пил. Оп, и 5200 уже. Это все мои. О, вот 5200 сейчас скинулось. Вот мои 5200 пришли. Вот ты, кайф, поздоровайся. Передай привет 5500 человек. Всем привет. Вот что-то шумит. Всем привет. Это же Кейф. Это же Кейф. Это же Кейф. Когда опять в Саратов? А? Ужасно. WC. Прямой эфир, 5000 человек. 6 уже почти. С китайским Новым годом он был же уже. Да шапка к шапку, блин. Что думаешь, типа халява надо что-нибудь взять, да? Нет. На халяву соль сладкая. Халяву не возьмешь. Да, Женек, домой летим. Привет, Женек. Да, уже у ямы. Не хапаю я больше. Не то, чтобы вам напиздеть, что не хапаю, а просто не хапаю, потому что не хочу. Заебало. Альбом сольный не могу сказать точно, когда. Не говори никому. Не говорить никому? Нет. Никому не скажи. Рос на твоих траках. Это я написал. Своего третьего аккаунта. Че, реально, бля, мне если пишут, ряху отъел? Че, бля, я реально отъел ряху, прям ряху? Вот я отъел, а ты нет. Он просто снизу, наверное, так. Маф, ты отъел ряху? Я отъел, покажи Кирилл. А вот, еще ряха сидит. Кирилл, покажи. Не ряха. Оля, привет. Оля, как дела? Оля, набери, пожалуйста, рыжему Феде и скажи, чтобы он уезжал из моего дома. Пешком шел, блядь, домой. Да не мордатый, блядь, я стал. Вот так, хотите, буду вот так сидеть? Конечно, снизу все мордатые. Бля, правда, может, ебало, правда, опухло, блядь, что со мной? Пожестче с ними? Ты, блядь, забыл, как я могу пожестче. Завали, болит. Внимание, пассажиры, улетающие рейсом 307 на Ринмар, приглашаются на посадку, выход номер 1 на втором этаже. На Ринмар, для посадки предъявить паспорт в открытом виде и посадочный билет. В первую очередь на посадку приглашаются пассажиры с детьми. Желаем вам приятного полета. Уважаемые пассажиры, приходим в самолет, предъявляем посадочный талон. Да, ну давайте, а скажите, пожалуйста, когда можно? Во вторник, в среду. Пчелы покусали, да, Женек? Мам, возьми водички, пожалуйста. И несколько пчел. Водички. Не наладил. Мам, общение. Спасибо. Не наладил. Вода есть у вас? Да, да. А только бонаква или святой источник можно?
Святой источник. Типа, какая разница, блядь, Бонаква или Святой источник? Я РПЦ поддерживаю. Что? Спасибо. Православный. Чья, какая? Святой источник? Святой источник — это вода. Для православных. Для православных? Да, это церковь. Ну, тогда давайте на что-нибудь перенесем, ничего страшного. Привет, Чебоксары, конничева. Да нет, нет, ну не, ну хорошо, как получится. А в Челябинск что-то не зовут. Зовут как? Я ОУДЖ, конечно. Original Goof. Да, спасибо большое. Ёпты. Граф, аккуратненько. Простите, я вас уронил. Вверх, я вам отомстил. Смотри. Привет, дядя Сереж. Привет. Андрей, только что звонил твой курьер и сказал, что во вторник не привезут, ни денег не смогут. Я просто составлю вниз. Ну, а так все нормально вообще. Какие новости у вас? Потому что твой ребенок живет с новым мужем, и твоей бывшей женой. Мимо. Харьков, привет. Бля, я тебе скучаю по Украине. Да? Да, говори, а сейчас потом это вставлю. Что? Ну, вообще ничего нельзя говорить. Про них нет. Блядь, у меня ара просто, как будто бы, блядь, фильтр какой-то. Почему нельзя? Правда, скучаю по Украине, по Харькову, по Днепропетровску, блядь, по Киеву. По Киеву. В Украине, съездить в Украину. Так что да. Не, я по гастролям, ну, скучаю по публике, по украинской, по Одессе. Пустите меня в Украину обратно, пожалуйста. Мы же поедем скоро. Да мы же бываем там раз в неделю. Периодически. Как с тобой связь найти? Да вот так и находите. Вологде, привет, пожалуйста. Бля, сейчас. О, привет, племяшка. Ты тут 7700 человек смотрит эту хуйню. Вопросы, да? Я задаю вопрос. А, да, сегодня UFC. Скажите, во сколько UFC сегодня? По нашему времени. По московскому времени. Во сколько UFC? Напишите по-братски. А если Леводанаева, то за кого? Сегодня на UFC не будет случайно? Сними, а нахуй UFC. Кого поставить? Что? Если пиздец они будут по UFC, а из Водонаева? Бля, наверное, тоже. Не, я к Водонаеву тоже нормально отношусь, но мне кажется. Не кажется, а я уверен. Не будет словесный батл к микрофону, друг друга не говорят и понесло. Алло. Словесного не будет. Это словецкий будет там. Словесность, конечно, на Руси была. Изначально, Марик, привет, Бокертов, ёпта. 21.05 сегодня уже UFC, в 21.05 точно, вы уверены? Оля, значит, дозвонись как-нибудь ему. Яйцо? Женёк, да нормально, прокатились. Одного оставил? Прокатились и прокатились. Я почему-то всю дорогу думал, что я был в Северодвинске. Да не был, все, я понял, оказалось, что не был. Не был, блядь. Ты же говорил? Нет, чай пью. Трек, блядь, когда выйдет, мне пишут. Сводим, сидим. Сидим, сводим. Короче, в 21.05 по Москве уже можно смотреть.
где они пиздятся, а где, надо тебя хуй спрашивать. Дипломатик. Во вторник там батл будет. Дипломатик встречается. Назовем вас в офисе. Внимание, пассажиров рейса 1333, авиакомпания «Аэрофлот», вылетающих в Москву аэропорт «Шереметьево», просим пройти на посадку в самолет выход номер 2 на втором этаже. В первую очередь на посадку приглашаются пассажиры с детьми, пассажиры бизнес-класса, водители, которые для посадки в самолет предъявите, пожалуйста, паспорт в открытом виде, посадочный талон. Уважаемые пассажиры, предъявите посадочный талон, бортпроводнику. Мне пишут, сука, передай привет. Нормально. Бля, во Владик далеко, Женек. Это этот, что ли, наш, да? Внимание, пассажиры, улетающие из 307 на Ринмар, срочно приглашаются на посадку, выход на Женек, дорогу, который рэпер. Посадка на ваш рейс закончена. Рэпер молодой, который приезжал, который. 16-го он приезжал, да? Не помнишь нихуя вообще? Красноярску привет тоже. Поедем скоро. Красноярску. Скоро едем в Красноярск. С гантелями. Возьмем гантели, сумку с собой такой, с эспандером, блядь, приеду. Трек «Опасный пассажир». Да что-то я, блядь, подумал, нахуй нужен, дохуя внимания. Много мата тогда, много я матерюсь. Ничего страшного. Вот Вася в своих эфирах не матерится, я посмотрел. Еще он со всеми общается. Так, ну что там какой-нибудь? Да нахуй надо. Сейчас я подумал. Какой он додик? Во-во-во, он говорит, что позвонил. Когда тур Дальний Восток? Кстати, Димарев хотел сделать. Наверное, на осень. Я не стал ему говорить, когда он хочет. Катя, привет. Спартак, Москва. Пора уже? Блин, иди и покажи, где ты поработал. Мало ли понравится. Сейчас пойдем. Приятный кафе. Приятный рот. С кем я? С пацанами сижу, с своими, с тремя. И, между прочим, не первый раз. Бля, так курить охота, пиздец. Женек, да похуй. На каждого, блядь, пиздюка обращать внимание, блядь, у меня нервов не хватит. Че там у тебя? Миша Крупик. Да, я видел, да. В инсте тоже он выкинул. Что там пишет? Клон? Блять, такие вопросы. Просто... Воду сбавился. Надо. Что? Кристально чистый вкус. Так смотри. Бля, что-то у меня с Айкосом не получается дружить как-то. Бахусь, конечно. Ну снимем. Ну я сниму сегодня сам. Истра, если что, выстрим мы 23 февраля. На День защитника, ну, День защитника Отечества. День всех мужчин. Клуб. Как? Империал. Империал? Да? Или Империя просто? Я подписался на них. Ну, короче, вы поймете, там, кто выстрелит, то... Культурно-развлекательный. Мне надо сегодня, блядь, снимать видеоприглашение туда, и я что-то не... Извините, что еще не снял, блядь. Можно вырезать. Так что в этот... МЦ Мир. МЦ Мир называется? Да. В МЦ Мире выстрелит 23 февраля. Это может, наверное, организаторы. Не, организаторы не перед. Может, вот это и будет вместо видеоприглашения. Я, блядь, оно все равно сохранится, я сохраню еще. А?
Почему удались? Почему? Там ничего плохого нет. Удались вообще из этого зала. Да, Женек, студию строю. До скольки, не знаешь, посадка там идет? В час-то. Еще минуты две. We out. Еще. Шоколад. Отдай пальто. Кошелек. Туда раба. Спасибо. Тут любая полоса на любителя. Спасибо тебе, благодарю тебя. Ничего не забыли? Мы с Маслом говорим, последнее время что-то совместное. Слова выдают. Совместный альбом вы мутите, по-моему. Спасибо большое, всего доброго. Пока. Спасибо. Пузан, да, Пузан. Yes. Машина. А, супер. Все, пойдем со мной в самолет. Ля-ля-ля. Блять, еще очередь, пиздец. Пойдем, у нас приоритетная посадка. Priority? Спрячуха, болван. Да иди нахуй. Ну да, 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 постойте. Да, Женек, послушаю, я не слышал. Сейчас наушники, я на самолете. Че, любой похуй? Зрение минус 3,5. Да, да, второй тоже. Второй тоже. Значит, один заберут, а один отдадут. Пальтишко, да. 2F. Давай, дай билет. Ой. Да один, дай мне. На первый раз, если заказывают, то 10. Два, дай мне, один отдаст, ты не знаю. На мой адрес. Угу. Еще какие-то образцы, не образцы. Как там? Дэдди Биг Нек. Лонг Нек. Лонг Нек. Чего тебе понравилось? Данина, я горблю. Операцию не могу сделать на глаза, потому что... Операция коготь. Потому что постоянно ухудшается зрение. Приготовьте, пожалуйста, паспорта в открытом виде. Что там? Муравей сказал привет передать. Ну, передай привет муравью. А службе безопасности не доверяете, что ли? Совсем? У нас дополнительная процедура есть. Могут обмануть. Плохо. У меня два почему-то. Оставьте себе один. Или оба оставьте вообще. А он там еще нужен. Никогда альбом не знаю. Юсуп, привет. Спасибо, пока. Тут любая полоса на любителя. Пообщайся, скажи что-нибудь. Стоишь, смотри, вот мне не надо. Че, здрасте. Давай. А можно вас на видео сниму? Давай, Вася. Давай. Это его любимое дело, фотографировать с людьми. Тебе нравится, Лев? Спасибо. Ага. До свидания. Все, жди, чтобы вас обратно.
О, мой диджей идет. Розовенький. Pink Panther. А этого я не помню. Кто это такой? Ну, все время со мной что-то тоже мотается. Лорд Хайнекен. Ты что-то уронил кейф. Да? Тут любая полоса. Здрасте. Приятного полета, выходите. Ага, спасибо. Здравствуйте. До свидания. Ну, подождешь? А? Подождешь? Денег дашь мне? Не дашь? Гарри, открой. Получи. Ты... Садись сюда, Кейт. Сейчас, подождите. Приятный полет, спасибо большое. Экипаж приветствует вас на борту самолета авиакомпании Аэрофлот Российские авиалинии, участника международного альянса SkyTeam. Обращаемся альянс к тебе, что по правилам безопасности полета ручная кладь должна быть размещена на багажной полке или под сиденьем кресла перед вами. Да не дунул, я не дую, блядь. Открывая багажную полку. Практически вообще. Аварийные выходы и проходы должны быть свободны от ручной клади. Бортпроводник. Домой лечу, домой. Помощь в размещении. Благодарим за внимание. А чай не сделаете сейчас? Welcome on board Aeroflot, Russian Airlines, a member of the International SkyTeam Alliance. Safety regulations require that hand luggage is stowed in overhead bins or under the seat in front of you. Please be careful when opening the overhead bins. All aisles and emergency exits must be free of any personal items. Только Аэрофлот. Сколько бы косяков за Аэрофлотом не было, но, блядь, Аэрофлот у меня в крови. Я хочу набить себе где-нибудь логотип Аэрофлота. Что мне интересно? Аэрофлот какие-нибудь льготы за это даст? Не встречаюсь ни с кем. Таджик встречает. Да. Самолет Аэробус 321. Аэрофлот is in my blood, nigga. Пожалуйста, заснеженный Челябинский, ой, Челябинский, Архангельский аэропорт. Привет. Блять, перхо появился. Damn, man. Карту золотую имею, да, Марик, как и ты. Дамы и господа, наш экипаж приветствует вас на борту. Блядь, вам лишь бы тут какую-нибудь хуйню написать. Растолстел, блядь, постарел, устал. Вместо того, чтобы написать, бля, Лёха, охуенно выглядишь, чтобы у Лёхи было нормальное настроение на весь день. Блядь, как эта хуйня делает, сука. Я же очень мнительный, мне, блядь, написать, что я постарел, и потом весь день хожу и думаю, что я старый, блядь. Пока не помолодею. Благодарим за внимание. Вот, хорошенький ты, блядь, топугиваю, люблю, да. Бля, Лёха охуенно выглядел. Все, спасибо. Вега, ладно. Все, охуенно. Старый как говно, мама. Ты знаешь, что я тебе сказал. В смысле, выпрями плечи. Куда их выпрямлю? Thank you.
с Артемом Татищевским фит, да что-то не думал. Спасибо большое. Ой, прям так? Я думал, вы мне в бумажном каком-нибудь стаканчике. Не, спасибо большое. С кем следующий трек? Бля, ну есть, есть мысли. Я нашу сову, да, тёлка навсегда, блядь. For life. Сука. Кокайза, я вот в душе не ебу кокайза, блядь. Тольятти, привет тоже. Бля, какой-то я урод вот так, правда. А если вот так вот, а ну. Мне все равно. Бля, китайский забываю. А, трек с C4, да, как раз, наверное, будет. Наш экипаж приветствует вас на борту. Авиарежим, который где-то я запалил там у себя в сторис. Это... Он выходит скоро с C4. Кладь должна быть размещена на багажной полке или под сиденьем кресла перед вами. Будьте осторожны, нормально смотрят. Багажную полку. Аварийные выходы и проходы должны быть свободны от ручной клади. Аэрофлот. Необходимую помощь в размещении. С Мишей Крупиным можно сделать с удовольствием. Ladies and gentlemen, welcome on board Aeroflot, Russian Airlines, a member of the International Sky Team Alliance. Бля, отъебитесь от меня с этой Шевцовой, я вас умоляю. Бля, пожалуйста, бля, никто из ватей никак. С Насимом, да, совместно какой-то. Новый рэпер такой, Насим. All aisles and emergency exits must be free of any personal items. Нет, the cabin crew will provide any necessary assistance. Так же, как они не хотят, я думаю. Я тоже все люблю. Елизавете Бахваловой привет передаю. Блять, так быстро не успею отвечать. Да нет, летать не боюсь. Я же внук Аэрофлота. Как надо, так будет. Теплый привет всем городам. Жека Джиэс, давай фит. Сейчас я послушаю, что мне Жека Джиэс там прислал, и посмотрим. Конечно, нотки пишет, сука. Чего боюсь? Мусоров боюсь. Будет ли фитстопурий? Who knows? Who knows, my nigga? В Люганг, да, захожу часто. Кокс опять застрял в носу, блядь. Вот нормальные шутки, блядь. Или просто так мысли ваши, блядь. Привет, Ара. Что ты мне скажешь, завязывать с этим, с прямым эфиром сейчас? Чего? Я тебя понял, Санек. Да, кстати, Женек Майныгас, вот да. До лета точно уже все готово на 95%. Опять обдолбан. Да. О, да. Норм, я Марк. Бля, Федор, я посмотрел в WhatsApp, я вижу, что ты мне пишешь.
детей что-то не хочу больше пока сейчас. Лет 60, наверное. А чё ты оф? Федя, чё ты оф? Внимание, посадка окончена. Attention, going complete. 44, будешь делать фитнес? Девушка, я спать буду. Напитки всё? Не, чай попью, потом спать. Хорошо. Спасибо. Всё, ты оф. Дебило это, ага. А куда ты съебнул? А ключи где-то оставишь? Ману? Да домой, а домой. Не-не. Добрый день, дамы и господа, говорит командир корабля Виталий Бережной. Приветствую на борту самолета Аэрофлота, одной из столичных Было бы неплохо, Федор. В 2018 года Аэрофлоту исполнилось 95 лет. Наш авиационный парк один из самых молодых в мире. Сегодня мы летим по маршруту Архангельск-Москва совместно с авиакомпанией КВМ. Настроиться на приятное путешествие, время пути стоит 1 час 35 минут. Уверен, что вам понравится путешествовать с Аэрофлотом. Спасибо, что вы с нами, желаю приятного полета. Good afternoon, ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Федь, еще раз, я не понял, ты оставишь ключи у Ману или что, или меня будешь дома ждать? Аэропорт на Ахасе, Монзовет, Янгис Фрид. I'm flattered is from Archangelsk to Moscow, and the Brady John Lewis KLM Company. You may expect a pleasant journey. The flight time will be 1 hour and 35 minutes. Все, ладно, извините, у меня важный видеовызов. Не скажу с кем. Все, пока, давайте, целую. Сохраню, наверное.